Солярис был открыт почти за 100 лет до такого делается. Планета обращается вокруг двух солнц, красного и голубого. В течение срока освещения лет к ней не приближался ни один космический корабль. Орбиты таких планет были изменяются уже на столетном светотяжи, вызванном касаемым обращением вокруг солнца. Солярис, по предварительным подсчетам, должен был за 500 тысяч лет приблизиться к исполнению половины астрономического яйца тела красного солнца, а еще через миллион лет упасть в его расстояние.
Quest Heroes Galore.